Глава концессионных предприятий Станислав Неверов был арестован на 2 месяца. Об этом сообщили ЗАПРУ источники, знакомые с ситуацией. Накануне стало известно, что Неверов был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково. Предположительно, его арестовали по обвинению в мошенничестве, часть 4 статьи 159. Напомним, в феврале Неверов был задержан силовыми структурами в Читинском аэропорту, когда прилетел в Читу вместе с участниками строительного форума. Тогда информацию о задержании концессионера Неверова опровергли ЗАПРУ в пресс-службе Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации. Ранее по распоряжению Генпрокуратуры в Забайкалье была начата проверка по факту срыва сроков строительства детских садов и школ в регионе. А СКР возбудил уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупных размерах. Сам Неверов после этого сделал заявление о том, что его поддерживает правительство Забайкальского края и Минстрой России.